Привет, друзья! Добро пожаловать на наше второе занятие, посвященное открытию себя, своих талантов, своих возможностей. Как вы помните, на прошлом занятии мы говорили о том, как с помощью творчества, произведений искусства и различных стихотворений мы можем открывать в себе мечты

и об этом же говорили в своих произведениях великие абай кунанбаев и Ибрай алтынсарин Ибрай алтынсарин және абай құнанбаев сияқты халқымыздың аса көрінекті тұлғаларының шығармашылықтары мен төл туындылары өзектілігін жоғалтпай қазіргі уақытта күнделікті өмірімізде де тұлғалық дамуымызда да қолданамыз а более детально увидеть наше будущее и то к чему мы стремимся нам помогла техника арт терапии рисунок нашего будущего, таким, каким бы я хотел себя видеть. А, кстати, ребята, какие у вас впечатления после выполнения этой техники? Понравилось ли вам? Действительно, ребят, возможно, вы нашли что-то интересное для себя. Уткен сабахта берлген и тапсырмасын дарма А помните, Лен, мы как раз таки обещали, что сегодня мы с вами поговорим о способах, как же можно совершенствовать себя для того, чтобы достигать своих целей. Как говорил Абай Кунанбаев, упорство, труд и знания являются нашими помощниками. То есть иметь просто желание и цели недостаточно. Что же нам в этом поможет или на что обратить внимание? Был жайнда Абай Кунанбаев Атамас Келесис Шумахтарнда Айтхан Болатн. көк туман алдындағы келер заман үмітті сәуле етіп көз көп қадалған көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр сипат жоқ суретте жоқ көзім талған ол күндер өткен күнмен бәрі бір бәс келер кетер артына із қалдырмас деп абай атамыз жылдар бойы көп күндерді айдап келе жатқан көк туман арасынан келешек келбетті көрсетіп анық кескіндемейді ақын бұл жерде уақыттың сондай өткінші екенін деп санайды шын мәнінде де достар уақытымызды босқа өткізбей тиімді әрі пайдалы өткізейік и великий абай хорошо об этом говорил в следующем стихотворении грядущее скрыто туманом от нас ты смотришь в упор время гонит часы безлики они не порадуют глаз подобно минувшим грядущие дни приходят уходят друг другу сродни действительно даже Нель, когда мы не наполняем наше время чем-то полезным дни они как будто бы похожи друг на друга и они протекают в таком вот порядке один день за другим и действительно ничем не отличаются друг от друга да и когда дни не отличаются друг от друга это вообще никак не приближает нас к своей цели а наоборот даже отдаляет нас от того чтобы достигнуть желаемого иә yeah, бұл жайында дана халқымыз уақыттың бос кеткені өміріңнің бос кеткені деп тегін айтпаған болатын адамның ең басты құндылығы бұл уақыт Да, для того, чтобы приближаться к нашим целям, нам нужно научиться управлять нашим самым ценным ресурсом, это временем, и уметь им эффективно управлять. Ведь действительно, знаете ли вы, ребята, на что мы тратим каждый день своей жизни? Специалисты по управлению временем приводят очень интересные данные. К примеру, что они говорят о том, что 20 лет своей жизни мы проводим во сне. 9 лет своей жизни, как ты думаешь, Лена, на что мы тратим 9 лет своей жизни? Я очень надеюсь, что не на еду. На самом деле 9 лет своей жизни мы тратим, когда мы смотрим телевизор, проводим время в социальных сетях. Оказывается, 3 года своей жизни мы проводим... Когда мы чистим зубы, то есть определенные ванные процедуры, да, то есть гигиенические процедуры проводим по утрам. И много других интересных данных, которые позволяют нам задуматься, а куда же мы тратим наше время, как мы проводим его. Действительно очень интересный и актуальный вопрос. Так сколько же мы тратим времени все-таки на наше именно личное развитие? Хороший вопрос. Лен, на что похож этот рисунок, по-твоему? Какие ассоциации он у тебя вызывает? На колесо обозрения. Угу. Еще какие варианты? Туннель, как будто бы туда вот. Да, действительно, уходит. да, очень похож на туннель. Ага, еще пицца разрезана на много маленьких кусочков, или пирог, да. разрезанный на много маленьких кусочков замечательная ассоциация, Лена. На самом деле, ребят, давайте посмотрим на это колесо или на этот пирог, как на пирог времени или пиццу нашего времени. Женеди был не пиццаны, арбер умер Мы предлагаем вам сделать сейчас упражнение. Сейчас я расскажу, как его делать, а вы потом нажмите на паузу и обязательно его выполните. Вам для этого понадобится листочек А4 и карандаш или фломастер. Но лучше всего, если вы возьмете много разноцветных карандашей. Вам необходимо будет на листочке нарисовать такой же большой круг, как у нас, и разделить его на части. И каждая часть будет означать то тот кусочек, на что вы тратите в течение дня свое время, ну, к примеру, сон, еда, общение с друзьями, э, в интернете, когда вы занимаетесь, или в школе вы занимаетесь, бытовые э, какие-то определенные ваши дела. Э, в общем, что вы делаете в течение дня, вам необходимо будет нарисовать именно на этом круге и обозначить. Смотрите, друзья! у нас есть готовый рисунок, который нарисовал наш друг. Женя де Балакай был жерде уезднен эркнен не меньше холданатнен. достит натурала осындай бер улькин улькин бельш ретнде курсет кем болатн. Лен, на что наш друг тратит большую часть своего времени в течение дня? Давай посмотрим, что это. Как я вижу, на сон. На сон, да. На школу. На школу еще? На кино и телевидение. Компьютер, то, Компьютер точно так же, да? А меньше всего? Какие мы видим частички его дня занимают больше, точнее меньшее количество времени? Уборка, чтение и спорт, как я вижу, занимают очень Эх, Мама, очень наверное, мало. ругается там, да? Очень Уборка, но ну, совсем мало, да? И вот как вы думаете, можно ли достичь цели, которые вы, возможно, я уверена, что вы выполнили домашнее задание и нарисовали ваш рисунок, достигнуть с помощью вот этого колеса. У нас, кстати, есть рисунок, да, Лен? Давай посмотрим, что же нарисовал наш друг. Да, у нас есть готовый рисунок с прошлого занятия, mm -hmm. где наш чемпион, будущий чемпион. А, он нарисовал чемпиона, да? Да. Женым пас, боламын, деген, арманы ага. Он нарисовал себя таким, каким он бы хотел себя видеть в будущем. Как мы видим, он спортивный, я так понимаю, чемпион, победитель. Он зарабатывает достаточно большое количество денег. Посмотри, ну, Видимо, мешок Учился денег. очень хорошо, да? Учился, а, в школе учился, хорошо. видимо. А, у него есть дом, машина, семья. Он путешествует. В общем, замечательный набор, замечательное видение того, кем бы он хотел быть. И вот действительно, да, давайте вот сравним, ребята. Вот такое распределение времени, mm -hmm. как. Как он нарисовал и такое желаемое будущее, какое он хочет видеть, mm -hmm. возможно ли при таком распределении времени, он очень мало читает, он очень мало занимается спортом, он очень много времени тратит на бесполезные для него занятия? Женя Лена, арене, был балахаймыс, окнышки орай, был арманна, жетпиу мымкун, уткена уахтнын сондай тен и ведь действительно, чтобы быть чемпионом, нам нужно заниматься каждый день, тренироваться. И мне здесь вспомнился достаточно интересный такой случай, точнее историю, которую я прочитала буквально недавно. У нашего казахстанского чемпиона взяли интервью и спросили, Расскажите, ну каково это быть олимпийским чемпионом? Ну ты представляешь, это же действительно, это же какая гордость и как мы действительно гордимся и восхищаемся нашими такими золотыми спортсменами. И ты знаешь, как ты думаешь, какой ответ дал наш чемпион? Что он ответил на вопрос журналиста, ну каково это быть? Вы, наверное, поделитесь этими ощущениями. Его ответ меня очень удивил, Лена. Он сказал, вы знаете, чемпионом я себя чувствую буквально несколько минут когда я стою на пьедестале, играет гимн моей страны, и в этот момент действительно и текут слезы, я чувствую это ощущение, каково это быть, достигнув цели своей, а затем я спускаюсь с пьедестала почета, и что он делает, как ты думаешь, Лен? Я думаю, что тренируется ежедневно, каждый день. Каждый день только через упорство, только через труд, на самом деле мы можем и достигать наших целей. И я уверена, что наш друг, конечно же, сможет достичь и своей цели, и осуществить свою мечту через грамотное распределение времени и через труд. Жанель, а я знаю, что у нас в народе есть множество пословиц и поговорок, посвященных как раз таки труду. және де еңбек туралы қаншалықты мақал мәтелдер бізге асыл мұра ретінде қалдырған болатын мысалы ерінбей еңбек қыл жалықпай өнер біл без лени трудись без устали учись бейнетсіз рахат жоқ без мук не будет и радости еңбексіз іс бітпейді еріншектің қолы жетпейді Без труда не завершите дела. У лодыри до да дела руки не доходят. Аур болмай, жингль болмас. умер болмас. Без тяжелого легкого нет. Без труда и жизни нет. Если сахайткан, йенбек Благо в завершении труда. Действительно, сколько мудрости заложено в этих словах, ведь все только благодаря труду. И действительно, трудное от слова, наверное, труд, да? что это достигается не просто этой трудной работы, я не хочу этого делать, а мне нужно приложить к этому усилия, а я должен научиться что-то делать, и затем, кстати, ты знаешь, что затем можно просто получать удовольствие, когда мы что-то делаем, трудимся, возможно, это даже не легкая задача. Просто получаем удовольствие. Как такое возможно распределить время, чтобы потом еще и получать удовольствие? Вот в том-то и дело, что самое главное ⁇ это умение грамотно распределять наше время, организовывать свой день так, чтобы любая нелегкая задача, она просто происходила как само собой разумеющееся, потому что каждый час и каждая минута вашего времени распределена очень грамотно. Лада. не просто это звук часов. Тик-так, то времени неумолимый знак. Прошла минута, стала жизнь короче, И стрелок ход не прекратить никак. Тик-так, часы отчитывают путь. Тик-так напоминает, не забудь. Проходит все неумолимо время, прошедшего во веки. не вернуть сағаттың шықылдағы емес ермек хамиша өмір өтпек ол білдірмек бір минут бір кісінің өміріне ұқсас өтті өлді тағдыр жоқ қайта келмек сағаттың өзі ұры шықылдаған өмірді білдірмеген күндерлаған, лаған, тиянақ жоқ тұрлау жоқ келді кетті қайта алмас, бұрылмас бұлдыр заман на самом деле Как мы не задумываемся, наверное, над тем, что время уходит, и как важно каждую минуту, каждую секунду часиков использовать с пользой, использовать с интересом. Лена, а ты знаешь, что существует метод, который помогает нам использовать свое время с толком и с пользой? Я бы очень хотела познакомиться с этим методом, потому что существует действительно большое количество каких-то мелких дел, которые необходимо выполнять в течение дня. И хотелось бы освободить побольше времени для того, чтобы заниматься важными делами. Ты очень права, потому что эти мелкие задачи, они на самом деле отнимают, как ты говоришь, много времени. Какие это могут быть дела? Уборка, бытовые какие-то дела. Я думаю, что у наших ребят это могут быть поручения мамы, которые необходимо сделать, домашние задания, которые не всегда хочется выполнять, полить цветы, к примеру. Да, то да, же да. Самое. Вот, кстати, и по этому поводу специалисты по управлению времени предлагают следующий метод, который называется метод лягушка. лягушка почему лягушка потому что лягушку сравнили с чем то мелким и неприятным яғни uh құрбақаны бір кішкентай және де өзімізге жағымсыз нәрселермен шұғылданумен -huh. теңестірген болатын мхм какое же это имеет отношение к нашим мелким делам которые мы не очень хотим выполнять А в данном случае, когда мы выполняем, то есть мелкие, неприятные для нас дела самыми первыми, таким образом мы высвобождаем следующий день для достижения более важных целей и более крупных задач. То есть очень важно выполнять эти задачи самыми первыми. Это значит с утра. У -у -у. Как ты думаешь, что можно утром сделать, чтобы наконец-то а, не думать об этом и уже заниматься приятными делами? Ну я точно думаю, что лучше всего подготовить, например, на завтра рюкзак, сложить портфель, или наконец-то убрать комнату, да? убрать комнату, сделать домашние различные дела, которые мама поручает, быстренько, быстренько все это завершить и сделать, и тогда весь день остается для того, чтобы проводить это время с пользой и достигать более больших задач. И об этом мы как раз-таки тоже вам сейчас расскажем. И я, кстати, слышала, что специалисты по времени говорят, что можно называть большие сложные задачи, как описывать их как большого слона. Угу. И действительно, да, ведь задача как саморазвитие это очень большая и трудная задача. Трудная, как мы выяснили, от слова труд, и ее необходимо выполнять каждый день. Действительно, ведь слон это достаточно большая задача. Если. лягушка у нас это мелкие задачи то слон сам по себе достаточно большой и объемный и логично будет поделить нашу огромную задачу на части яғни піл ретінде біз алдымызға қойған үлкен мақсатты немесе үлкен тапсырманы кішігірім бөліктерге бөлемізде, оны әрі қарай қалай қалайша оған жетемін деген сұраққа жауап бере отырып жоспар құрастырамыз Какая хорошая идея. То есть я правильно понимаю, что угу. мы нашу большую задачу как саморазвитие, например, вот как мальчик наш хотел стать чемпионом, добиться спортивных успехов, то ему нужно разбить ее на мелкие задачи и выполнять эти мелкие задачи каждый день. Да, абсолютно верно, Лен. Например, если в... В том примере мы разбирали мальчика, который хочет достигнуть больших успехов в спорте, то здесь, к примеру, данной большой задачей может быть выучить английский язык. Аглшинтленде, Йемен, Бастам, Салам, И как же достичь этого слона, разделив на задачи? К примеру, если я буду учить каждый день по 20 новых слов, либо смотреть полезный видеоконтент на ютубе, смотреть мультфильмы на английском языке, то есть, конечно же, возможно, это меня приблизит к моей цели очень быстро. Да, я согласна. А если каждый день немножечко хотя бы не выполнять, то это не то, чтобы не приблизить, это наоборот будет нас отдалять от нашей цели ежедневно, на год, на два, и, может быть, мы вообще никогда не достигнем того, чего мы хотим. Да, действительно. А если все-таки мы будем придерживаться этого метода, то мы можем выучить английский даже не за год, а может быть и за полгода. Так что все это действительно зависит от грамотного распределения времени. И вот, ребят, после того, как вы выполнили все мелкие задачи, не очень приятные, решили свою основную задачу, крупную, которую разделили по частям, и сегодня вы ее обязательно сделали, вас ждет самая приятная часть этой техники. Жанель, смотри, что у меня есть. Ух ты, что это? Так интересно, что может быть в этой коробочке. А в этой коробочке как раз-таки содержится подарок. Это то самое время, которое у нас освободилось для занятия теми делами, которыми нам приносят удовольствие и радость. То есть это награда за труды, награда за то, что мы достигли своей цели, которую мы поставили на сегодня. И можно вознаградить себя путем отдыха или общения с близкими, родными, друзьями. Можно даже посмотреть интересный контент в интернете. Вполне заслуженная награда. А теперь, ребята, мы бы хотели предложить вам домашнее задание который позволит вам посмотреть, как можно эффективно и интересно использовать свое время в течение дня. Смотрите, для того, чтобы его выполнить, это задание, вам необходимо будет приобрести ежедневник. Самое важное, когда вы будете его приобретать, он вам должен нравиться внешне, потому что это место, куда вы будете записывать все свои задачи. Смотрите, это практически ваш дневник, но это ваш дневник, который позволит вам достигнуть желаемого будущего. И заполняете вы его по нашей технологии. В начале дня записываете те дела, которые мелкие и не очень хочется выполнять. Дальше вы записываете основное наше дело, которое нам позволяет совершенствоваться и открывать в себе таланты и возможности. И дальше вы записываете обязательно те дела, которые могут приносить вам удовольствие как награда. яғни балалар әдемі дәптерді немесе күнделікті аламыз да ол жерге күнделікті өміріміздегі күн сайын жасайтын шұғылданатын нәрселерімізді кішігірім тапсырмаларымызды және де үлкен пілімізді жазып қоямыз үлкен піліміз яғни алдымызға қойған мақсатымыз немесе арманымызға жету жолдары лена а я также слышала что очень важным элементом является после того как мы прописываем задачи их зачеркивать Для чего это нужно? Действительно, это очень хорошая привычка, потому что когда мы зачеркиваем выполненные задачи, мы даем нашему возгу понять, что задач осталось не так уж и много. И для этого а, мы распределяем еще не только грамотно время, но еще и перераспределяем грамотно свою энергию, над которой мы тратим на выполнение этих задач. И для того, чтобы нам не казалось, что их очень много в течение дня, нам необходимо их выпол... зачеркивать. И тогда, когда в конце дня мы вычеркнем все задачи, к мы нам придет облегчение. Мы почувствуем облегчение, удовольствие и удовольствие от самого себя, что вы выполнили столько всего, много хорошего и полезного для вас. Домашнее задание, ребята, берем ежедневник, записываем туда задачи и зачеркиваем. Можно также, кстати, наверное, разноцветными красочными фломастерами зачеркивать сделанные дела. Сауса дарки, здесь До скорых встреч, друзья. Пока-пока.